к Денису Никишину. И далеко даже не придется ходить. Денис, привет, мы пришли к тебе. Знаю, зачем ты пришел. Сейчас тебе все расскажу. А, ну давай. Вот смотри, у меня есть два монитора. Ну, про два монитора мы уже слышали. Нет, все... на самом деле, то, что вам Сухи задвигал, все это полная фигня. Мониторы нужны для того, чтобы была романтика. Вот сразу две романтики. При этом, смотри, фишка какая. Например, я открываю какое-нибудь рабочее окно, а романтика все равно со мной. Понимаешь? Ну. А вот, Артем, у меня еще есть замечательный замочек. И... Ну, смотри, можно вот так вот делать. Так, не пудри мне мозги. Красная? Красная. Ну, я большой любитель американских маскл-каров. Вот, здесь у меня есть Плимут. Так, он расскажет, что он Плимут. Большой любитель математики на дверцах. Хэмикуда. Вот, низкопрофильная резина, все дела. Можно, да, не будем, капотом. Вот, ей управляет Spacebot. Он похож на зомби. Он в костюме ешь. Ну, может быть. Ну, на самом деле, это... Я точно это, тебе говорю. Можно сказать, мой аватар. Еще у меня есть тоже Plymouth GTX 71 года. Его Spacebot не водит, потому что он маленький, ну, понятно, да? Что это у тебя там за женщина еще? Ну, Тём, как ты не мог узнать, это же Джейд Реймонд. Вот. Когда она в позапрошлом году приезжала к нам на Игромир, меня представили как главу фан-клуба Джейд Реймонд в России. Вот, и она подписала To Spaceman, I hope you enjoy the game. Вот. Только за это ты поставила себе ее на стол? Естественно, нет. Совсем по другим качествам, которых я сегодня не буду распространяться. Знаю на твои качества. Трагедия в том, что я так и не играл в ее игру. Assassin's Creed? Assassin's Creed. Ты не играл в Assassin's Creed? Нет, я не играл ни в первый, ни в второй. Позже. Надеюсь, что Джейд выпустит новую игру. Она будет клевая, я поиграю. И мечта Джейд наконец исполнится. Вот. Что еще интересно? Вот у меня есть черлидер. Наталья Денцова привезла мне его из Японии. И когда все грустно, печально, она поддерживает меня. Говорит, пыси сама, камбате, файто, файто. Кстати, чтобы она зря не простаивала, я принес тебе трофей. Украл время со стола. Tekken 6 на PSP. Спасибо. Он сказал, что это дурацкая игра, она ему не нравится. Конечно, дурацкая игра. Мне все обыгрывают меня, я же дурацкая игра. Ладно. Счастливо. Все, наверное, все уже закончено. Ах, да, игровая зона. На секундочку. Дебаг PS3, просто PS3. Дебаги Xbox'ов там вперемешку, еще что-то. Кстати, интересные штуки можно найти. Вот, например, Mass Effect 2. Задолго до релиза. Проходим мимо, не мешаемся. Здесь в игровой зоне, как видите, кипит работа. Бежим, бежим, бежим. Пропустите меня. Вёртка. Обложка. Алек Вайнер. Как я уже сказал, кипит работа, не мешаем.